Эй, Болтун, включи музыку, я на месте. Плавники поддерживают порядок, в итоге они делают дом истинным домом. Я не похож на остальных. Убирайся от них. Без людей нет проблем. Ты уверен, что это правильный дом? Что? Опять? Вы, должно быть, шутите. Остановитесь на секунду там. Что? Ты можешь видеть меня? Я видеть тебя. У меня есть кусочек твоего меха. О, Фредерик, расскажи, как с новыми гостями. Надеюсь, они не такие гнилые, как прошлые. Я был одним из величайших, пока посторонние не сняли мой дом. Старенькие старушки. Если дом исчезает, плавник тоже. Нужно учиться контролировать гнев. Я совсем не зол. Я абсолютно спокоен. Злодеи устроили взрыв попкорна. Вулкан из попкорна. Я только начинаю. Вот почему мне нужна ваша помощь, чтобы поймать подозреваемого. Я могу предложить реальное приключение. Рукопожатие. Нет, пощечина. Я не найду ничего. Просто тратите мое время. Попробуйте это унюхать. Унюхать. Не могу поверить, что я подписался на это. Следуйте за следом. Унюхайте, я не могу двигаться влево. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы никогда не найдем этот грузовик. Просто повернитесь вокруг. И видите? Там ничего нет. Это я называю дедуктивным методом. Скоро начнется шоу. Что мне делать теперь? Вести Христину, город или спасать себя? Эй, ты, отпусти моего человека. Только у очень смелой девочки и первого в мире детектива есть надежда спасти ее. Пора объединиться. Это плавник в деле. Поехали, Ватсон.